если вы все еще правы. Прошу вас со всей убедительностью, на которую я спасу. Нет! Замер! Ну а если вы уже обратились в наших эвакуационных пунктов, спешу вас обрадовать. Эй, там! Наверху! Эй! Выпустите нас! Эй! Бежим к вокзалу, пока не грянул взрыв. Не откладывайте дело в долгий ящик, поскольку неизвестно, сколько времени нам удалось выиграть комитет. Наконец-то воздух! Боже мой! Это неизбежно. Страйдеры здесь камня на камне не оставили. Поскольку прежде у нас не было возможности открыто говорить о вредительской деятельности Альянса, мне нужно очень и очень никогда многое еще не вам была сообщить. Так рада Доку. В ближайшие дни я планирую написать для вас познавательную. Подальше, прежде чем нас обнаружат. Иными словами. Убивай их с ног, Гордон, а я буду стрелять. Отлично. Обнаружена кровавая пуля. Пока ты разбираешься, я присмотрю за ужином. Thank you.
Отличный бросок, Гордон! Этот снайпер чуть не снес мне голову. Я заберусь наверх и посмотрю, что за тем забором. О-о, улица перегорожена баррикадами. Беги, не останавливайся, окей? Я тебя прикрою, не волнуйся. А затем, как подашь знак, побегу к тебе. Похоже, я смогу спустить тебе лестницу. Надо только выбить щеколду. Она слегка заржавела. Есть. Достанешь? Часть позади. Боже мой!
Похоже, реактор вновь начинает накаляться. Реакция быстро набирает силу. О! Я бы предпочла найти другой путь. Но у нас совсем нет времени. Ну? Нарушили около 50 правил Альянса. Что это за звук? Спускайтесь с крыши.
замечательно. Боезапас исчерпан. Не забыл. Все по новой. Смотри, секрет захвачен. Что вы здесь делаете? Вам же сказали, уходите с города! Комбайны делают все, чтобы нас задержать. Мы пытаемся собрать людей и пробиться к станции. Выжившие прячутся в бункере неподалеку отсюда. Ты можешь нас туда отвезти? Еще бы. Идемте сюда.